Мастер-класс от трейсера Сергея Валяева. Всем привет, меня зовут Валяев Сергей. Сегодня я покажу вам трюк, который называется Dacascos. Вот, это один из несложных трюков акробатических, но выглядит очень эффектно. Этот трюк – это усложненная версия бокового сальто, которая делается либо с разбега, либо с места. Ну, вот, сегодня я покажу вариант с места, как делается. Трюк состоит из нескольких частей. Сначала нужно выпрыгнуть, потом вращаться, а потом приземлиться, как и во всех остальных трюках в паркуре. Чтобы научиться этому трюку, для начала нужно освоить обычное боковое сальто. И лучше всего научиться хорошенько его делать на ровном месте. То есть с места на ровном месте. Если вы делаете боковое сальто, вы можете начинать осваивать Dacascos. Главная ошибка, которую делают все, начиная осваивать этот трюк, это пытаются выполнять его именно как боковое сальто. Фактически эти трюки схожи, но его не нужно делать идентично. Нужно на самом деле выпрыгивать прямо. А боковое сальто все-таки заводит человека в бок, поэтому нужно совмещать этот трюк с выпрыгиванием вперед в первую очередь. То есть нужно совместить аккуратен, то есть прыжок вперед, с боковым сальтом. Таким образом получается Dacascos. Всем пока, с вами был Валяев Сергей, а голды бы голды.